Канун 8 марта в музейно-выставочном комплексе за круглым столом Люберецкое отделение Союза женщин России встретились с главой округа Владимиром Волковым и депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениском. На встрече работала наша съемочная группа. Такие встречи местное отделение Союза женщин России проводит регулярно. В неформальной обстановке идет обмен опытом и обсуждаются насущные вопросы. Но сегодня повод собраться особенный. Владимир Волков и Дмитрий Денисько поздравили с наступающим праздником и отметили заслуги Союза женщин в развитии Люберец. Здесь представительницы прекрасного пола, но в то же время это сильные руководители. Где вы находите время на все, на то, чтобы и оставаться такими очаровательными? Дома, конечно же, быт и семьи всегда ждут. И на все хватает сил, времени. В Люберцах всегда были, остаются и всегда будут такие руководители, такие женщины. В преддверии самого главного праздника весеннего хочется вас поздравить, пожелать всегда оставаться любимыми, очаровательными. Чтобы вы были любимы, чтобы вы были счастливы, рядом с вами были близкие люди, которые всегда готовы прийти на помощь, всегда готовы разделить с вами и горе, и радость. За столом люберецкие врачи, учителя, деятели культуры, представители органов власти, члены общественных организаций, бизнес-леди. Весомый вклад в жизнь округа вносит каждая из этих женщин. В нашем союзе женщины разные, да, то есть объединяет нас то, что мы женщины, да, то есть у нас есть как и руководители крупных предприятий, руководители каких-то подразделений, есть женщины и просто домохозяйки, есть многодетные. Люберецкое отделение Союза женщин России начало свою деятельность в 2003 году. Сейчас в организации более 500 человек. Без женщин жить нельзя на свете. Вас солнце мая, вас любви рассвет. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.